Всем привет! Вот и заканчивается 2018 год. И вместе с этим появляются потребности в подарках близким людям. Хорошо, когда человеку можно купить набор посуды, и ему все понравится. Но с меломанами такое не прокатит. Дабы ограничить всю головную боль при выборе подарка для таких, как мы, и было снято, собственно, это видео, в котором вы узнаете лучшие вариации музыкальных подарков во всех ценовых диапазонах. Поехали! В самом доступном сегменте разгуляться особо не выйдет. Но если разговор о наушниках, то здесь присутствуют три внутриканальные модельки, которые выдают действительно неплохой звук за свои деньги. Это JBL T110, Panasonic RP-AGA-125 и Sony MDR-DX15LP. Также вы можете посмотреть на отличную портативную колоночку JBL GO 2, которая в принципе играет круто, защищена от воды и крутецко выглядит. Дальше я поставил отметку по цене в 150 баксов. Здесь хочется отметить беспроводные наушники Sony MDR-XB50BS и RHA-MA390. Действительно отличные ушки, но каждый ориентирован под разного покупателя. Sony для спортивных молодых людей, а RHA больше для стиля. По звучанию здесь все очень в порядке. Но если вы хотите получить максимальное качество звука в наушниках, то посмотрите на Beyer Dynamic DT240 Pro. Я считаю, что хай-фай начинается именно с этой модели. Потрясающие накладные наушники по смешной цене, как для такого звука. По колонкам в данном ценовом диапазоне советую присмотреться к JBL Clip 3. Лидер в классе, ничего не скажешь, еще и в удобном форм-факторе. И за такие деньги уже можно прикупить хороший хай-рес-проигрыватель. Это FIO X1 второго поколения. Именно с этого может начаться аудиофилия. Так что подумайте об этом. Если же у вас в кармане имеется $300, то уже можно обратить внимание на разные ТВС-наушники. Например, Soul X-Shock, которые выдают отличный звук, имеют в комплекте чехол Powerbank и безумно удобный. Ну и как бы банально это ни звучало, на Apple AirPods. Все-таки лучше в своем классе. В этом же диапазоне отличным подарком станут беспроводные ушки от Marshall. Это Major 3 Bluetooth и Minor 2 Bluetooth. Уж действительно модели для модников, лидеры в классе стиляжных ушей. По проводным Hi-Fi наушникам советую Meza 99 Classic, если вы хотите получить кайф от невероятно мягкого звука. Или же Sennheiser HD 300 Pro, в том случае, если вам нужен максимально детализированный и натуральный звук. Колонок за такие деньги уже достаточное количество. Но если выбрать пару из всех, то ими станут JBL Charge 3 и Marshall Stockwell. Разные по концепции, но одинаковые по крутости. При потребности хай-фай проигрывателя обратите внимание на FIO X3 третьего поколения и Shanling M3S. Крутые и ни слова больше. Если еще чуть-чуть добавить, то здесь у нас появятся премиальные беспроводные наушники CNC. Это Active Noise Cancelling, активное шумоподавление. Это Sony WH-1000XM3 и потрясающие беспроводные high-end ушки Beyer Dynamic Avanta Wireless. А также один из лучших плееров современности, это FIO X5 третьего поколения. Среди беспроводных колонок советую смотреть в сторону JBL и Harman Kardon, а именно Extreme 2 и Go Plus Play Mini. Первая полностью защищенная, портативная и хорошо играет. Вторая же мега стиляжная и очень круто играющая, но чуть-чуть больше по размерам. Среди колонок в этом ценовом сегменте хочется отметить также и Apple HomePod. Не так отличная колонка, как отличный девайс. Хотя и работает эта штука только от сети. Прошлый век, прям как вот эти гирлянды. За такие деньги можно написать все что угодно, но я бы начал с high-end портативных проигрывателей, таких как FIO X7 II и iBASA DX200. И также не забываем о новеньком массовом Kern Anorma SR15. Также обратите внимание на внутриканальные наушники Beyer Dynamic Salento Remote с уникальной технологией Tesla. Нет, не та Model X и Model S, о чем вы подумали. И на самую большую колонку JBL Boombox. Да, список не исчерпывающий, но писать все подходящие модели было бы очень долго и скучно. Таким образом, перед вами набор очень удачных подарков для меломана,
от которых не откажется практически каждый человек, который любит наслаждаться музыкой. Друзья, с наступающим Новым годом вас и рождественскими праздниками. Пока!